Уж очень они хотели всегда. Но богато живут, конечно. Курица иногда. Вот они просто пехота вот курица прошлый год помер, плакал по нему. Выйди оттуда. Сережка Сергея Сериков. Гаишником был. Улюбился блондинку. Вот она его издевалась, он пил. Допился, что желтый стал. Я удивился, говорю, ну вы же друзья, менты там собираются. Бывшие. Столовый. Кафе. Говорю, как вы допустили? Вот, ну что ж так, Сергей. Успокойся, Лер, Никита. Последний раз приехал туда. Понял, нет. На ней посмотри. Кто рядом, воду не лезь. Желтый весь. Не санбой, мы его не спасем, врачи говорят. Мы его не спасем уже, все. Он желтый. Это ужасно, вот курица. Все у него было. Ой, гаишник тем более. У него дом он такой построил, он там на 50 лет как этот дом. Курица, ну богато живете, вот лошадь тем более. О-о-о. Моими пинками, да его хребтом можно разбогатеть. Ты залезешь куда-нибудь на стремень, спрыгнешь на спину. Говорит, давай, но. Но! Надо завязывать с музыкой и проницательством заниматься. Не-не-не, только песни. Ну, через это тоже можно вещать. Через песню? Конечно. Да. Ковш. Последняя песня «Ковш большой медведицы». Там написал распевно. Электронная такая вышла. Уже сделали там клип, говорит, о, ты мелодию сочинил сегодня в центре занятости. Ну, это отмечается как без работы. Хорошая песня. Что-то сегодня рано, Геннадий Герасимович. Обычно ночью ждем всем центром занятости. Что ночью? Ну, жара, говорю, как? А? Невозможно ничем заниматься. Катя, ты куда уселась? Нет, я тебе сказал, следи за ней, ты что? Ну, давайте я спрошу, Катя, вы хотите